Около 300 пакетов с порошком, кристаллами, таблетками и травой стоимостью почти 200 тысяч гривен нашли полицейские в квартире 25-летнего жителя села Каролина Бугас. Парень говорит, что такую коллекцию собрал, заказав в интернете. Забирал их через так называемые закладки. Все это он делить с друзьями не собирался, говорит, исключительно для себя. Изъяли наркотики. Шишки, фен, колеса. Я, кстати, с какой целью вы это хранили? Для себя. За незаконное приобретение и хранение наркотиков парню грозит от 3 лет лишения свободы. В рамках провадження, розпочатого за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України, поліцейські направили вилучені засоби на експертне дослідження і встановлюють, з якою метою чоловік зберігав таку кількість наркотиків. Слідство триває.